Всем привет! Бон помериджо! Вот. Гуляла я тут по своим делам и набрела вот в такое местечко. Там типа сообщество, наверное, участков. Деревянное здание. Вот. Итальянцы выращивают. Овощи. Участки садоводов-огородников в Италии. Окраина Милана. Гляньте, что. Прям как у нас. Ой. И говорят, что в Италии хорошо живут. Вот так же выращивают, как и наши. Вон еще синенький. Баклажанчик зреет, перчики не собраны. О, развалюха. Зато есть самополив. Я смотрю, вон там кабель протянут для воды. Вот так вот. Работают на земле. Не все здесь богато живут. Так же, как и везде во всем мире. Забор, как проволока. Салат или капуста какая-то недозрела. Вон. Что тут у нас еще интересного? О, тыковка. Вот она. Ну, тыковку можно и позже собирать. Две лежат. Уже созрели. Вот. А там помидорки черри, что ли. Сейчас подойду. Ну да, забросил кто-то. Что-то там высыхает уже все. Октябрь месяц. А в Италии еще жара. То пропадает, то опять возвращается. Вот. Последние отблески лета. Пчелка собирает нектар. А вот кому-то и цветочки нравятся, наши бархатцы, красивые. Как солнышко. Вот у кого-то еще салат растет. А это вон похоже как листики одуванчиков. Ой, забыла я как... По-итальянски. Но он в продаже есть в магазине. Укропчик. Во! Тут все открыто. Я смотрю, тут можно прийти нарвать, наверное. Шучу, конечно. Есть хозяева. Вон там два мужчины работают. Да, может, и охраняют. Прикольненько. А сколько? Пару километров от дома нашего. Возле лесной зоны. О, тут и болотца есть. А нет, это, наверное, может быть, выход к реке такой. Да. Все новые и новые места я изведываю. И начинаю понимать,
что я вовсе не в Европе и не в Италии. Природа такая же, как у нас. Это больше в южных областях, больше средиземноморских деревьев и ближе к морю. А здесь все как у нас. Вот. Красота. Гляньте, такое чудо. Уже не первый раз вижу. Близко не подходила. А? Кто-то чешет собаку и бросает здесь шерсть. Ну это ж трындец какой-то, а? Гляньте, какими клоками. Вон сколько ее. Трындец. Приятный звук бегущей воды. Вот так и отпускаем мы свои проблемы в реку жизни, чтобы они навсегда ушли от нас. Главное думать позитивно. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Buona giornata a tutti!